передать или машину или что-то такое, или может быть потусоваться там. Нет, 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 нет. Я поеду туда конкретно, думаю, на месяц, чтобы отвоевать. Я один месяц отвоюю в Украине. Сразу скажу, да, я пойду не в штурмовой батальон, да, я пойду не на передок, не на линию соприкосновения я пойду. То есть я пойду не в самые горячие точки. Это понятное дело, у меня нет воинского опыта, у меня нет ничего.